Рабочий визит главы муниципалитета Валерия Венцеля в поселок Петровское начался с осмотра местной котельной. В течение 3 лет с момента передачи этой котельной были произведены работы как по капитальному ремонту самой, собственно, здания котельной, так и внутреннего содержания этого помещения. Раньше на территории поселка было 2 тепловых объекта, теперь их объединили в один и модернизировали оборудование. Директор Видновского ПТО ГХ Александр Митряйкин провел небольшую экскурсию и рассказал о подготовке к отопительному сезону. Затем делегация переместилась к жилым домам, где несколько лет назад был проведен капитальный ремонт и заменены внутренние инженерные коммуникации. По прошествии времени были выявлены недочеты, которые нужно будет устранить. Крышу когда делали? 3 года тому назад. Крышу делали фасад. В 16 году, фасад 16-17, начало 17-18. То есть фасад позже, да, начали крышу? Фасад позже, примерно на следующий год. Крышу сейчас сделали, протечек нет. В ближайшее время должны пройти работы по ремонту фасадов домов. Еще одна остановка – здание дополнительного образования Петровской начальной школы. На благоустроенной территории учреждения появилась современная детская площадка. На информационном стенде размещены фотографии, на которых видно, как все здесь выглядело раньше. Здесь было здание в достаточно ветхом состоянии, территория такая же была, деревья старые. Мы провели опиловку, благоустройство, отремонтировали здание. Сейчас дети могут безопасно, с удовольствием гулять и заниматься. Со своими проблемами к главе района обратились местные жители. Один из них – ветеран вооруженных сил Петр Григорьевич Коровин. Уже 60 лет он живет в Петровском, а приватизировать дом с участком 10 соток до сих пор не может. В планах построить на участке новый дом, так как старый совсем пришел в негодность. Финский дом – это деревянный щитовой. Там две доски, вот две доски, а внутри там утеплитель. Вот. А он стоит с 53-го года, понимаете? А ему срок 25 лет самый большой. Валерий Венцель попросил подготовить все необходимые документы и взял ситуацию на личный контроль. Я отдельно просто справочку подготовьте, информацию. Хорошо. А мы подумаем, как вопрос можно решить. Хорошо. Может быть и во внесудебном порядке. Глава района ответил на все вопросы собравшихся и пообещал разобраться с их проблемами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.